Приветствую всех на канале. Так, нам большая довольно-таки посылка. У нас тут резисторы. Резисторов я много покупал, но вот это особые резисторы. Тут что-то они отдельной пачкой пошло. Вот, это мощные резисторы мощностью по 2 ватта. По 2 ватта разных номиналов тут я заказал. Дело в том, что в мощных схемах типа блоков питания и усилителей и так далее, часто используются вот такие мощные резисторы. Вот. На дороге они не валяются, да? Поэтому у меня таких резисторов не было. Решил прикупить сразу самые такие ходовые, номиналом 1 Ом, тут 22 Ома, 2,2 Ома. Вот. Это у нас 8,2 Ома. Так, это у нас непонятно, сколько омов. Но это мы проверим, высчитаем. Вот. И будем использовать в схемах. Размеры его довольно-таки большие по сравнению с обычными резисторами. На этой таблице показаны геометрические размеры резисторов, которые зависят от мощности конкретных резисторов. На этой таблице мы видим, как обозначаются резисторы на принципиальных схемах. До этого я еще покупал вот такие 100-омные, 50 Ом и по 5 Ватт. Ну, такие вот, как бы, тут он что-то опух, вроде цементные, так скажем, резисторы. Вот, тоже мощные, это мощность побольше. Самый мощный резистор 100 Ватт заявлен на 4 Ома. Это я брал для того, чтобы проверять усилители. Вместо нагрузки 4 Ома. Так, проверим сопротивление с помощью вот такого тестера. Недавно покупал. С цветным экраном. Удобная вещь. Так, посмотрим, сколько он покажет нам. 4,7 Ома. 4,71. Заявлено 4,7. Отлично. Вот схема, которую я собираюсь, плата уже готовой. Собираюсь с мощными резисторами. Здесь у меня мощный резистор на 2 Вт 8,2 Ома. Вот он стоит. Здесь аж два резистора. Один на 12 Ом 2 Вт. А второй на 22 Ома тоже 2 Вт. Хранить буду в такой коробке. Номиналы все маркером, таким маркером написал. Вот, так что очень удобно будет пользоваться. Вот они. Все резисторы. Тут не только те резисторы, которые я только что закупил, но и которые были раньше у меня. Все вместе. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного. Пока.